Ни дня без происшествий. Сегодня ночью в Целинном районе прошел грозовой шторм. Он валил деревья, повредил крышу школы и оставил без света 6 населенных пунктов. Грозовая буря обесточила Целинное, Дружбу, Марушку, Иланду, Бочкари и Шадрино. На данный момент электричество восстановлено только в Целинном. Остальные села по-прежнему без света. Сильный ветер снес и крышу школы. К счастью, никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работают 150 спасателей. Как отметили в региональном МЧС, режим ЧС в районе пока вводить не собираются. А эти необычные красоты кадры сделали бичане. В Наукограде прошел грозовой фронт. Горожане выложили в соцсети фотокадры, которые восхитили жители края. Как будто другая планета, изумляются люди. Отметим, никаких страшных последствий грозовой фронт не оставил. А вот в центральном районе Барнаула продолжают работать аварийно-спасательные бригады. Они устраняют последствия субботнего шторма, в результате которого без воды и электричества до сих пор остаются несколько домов. Когда работы планируют завершить и в домах людей появится благо цивилизации, расскажем в вечернем выпуске.